Макарон с на пшеничной муке. Макарон с традиционное французское пирожное. Готовится на миндальной муке, но можно приготовить и на пшеничной. По внешнему виду и вкусу оно очень похоже на оригинальный французский десерт. Приготовить макарон с можно и на пшеничной муке, получится красиво и вкусно. Следуйте пошаговым рекомендациям и готовьте с удовольствием. Ингредиенты. Яичные белки 70 грамм. Сахарная пудра 110 грамм. Сахар 45 грамм. Мука пшеничная 70 грамм. Лимонная кислота 1 щепотка. Пищевой краситель 1 капля. Разрыхлитель 1 дробь 3 чайных ложки. Шоколад 70 грамм. Сливки 35 миллилитров. Сливочное масло 20 грамм. Количество порций 10. Подготовьте ингредиенты. Первым делом рекомендую приготовить крем. В емкость для взбивания влейте белки и взбейте в пышную пену. Затем всыпьте сахар, добавьте щепотку лимонной кислоты. Взбейте до стойких пиков, добавьте одну каплю пищевого красителя и еще раз взбейте до однородного цвета. Всыпьте муку с разрыхлителем к взбитым белкам. Силиконовой лопаточкой смешайте муку с белками, проворачивая против часовой стрелки емкость с тестом. Мешайте до тех пор, пока тесто не будет стекать с силиконовой лопатки широкой непрерывной лентой. Переложите тесто в кондитерский мешок и отсадите на силиконовый коврик, встряхните, чтобы не было пузырьков. Если пузырьки есть, то аккуратно прокалите их зубочисткой, поверхность должна быть гладкой. Оставьте в таком виде на 50 минут, спустя это время поверхность заготовок должна быть сухой и не липнуть к рукам. На 10 минут включите разогрев духовки до 130 градусов. Выпекайте пирожные 18 минут при температуре 130 градусов, без конвекции, остудите. Для приготовления крема нагрейте сливки до 60 градусов, не кипятите, снимите с огня, вмешайте в них шоколад. Еще в горячую массу вмешайте сливочное масло, уберите в холодильник до полного остывания, лучше не менее чем на 2 часа. Переверните пирожные гладкой стороной вниз, переложите крем в кондитерский мешок и отсадите его на пирожные. Соедините попарно. Вкусные макароны готовы, но чем не французские пирожные? Угощайтесь с кофе. Бон аппетит!